Приветствую всех на моем канале. Подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск очередного видео. Сегодня вам хочу рассказать, как очень быстро восстановить тургор листьев у орхидеи, причем даже в самых запущенных случаях. Напомню маленькую историю. Вчера мне буквально отдали эти орхидеи, у которых были полностью засушены корни, сухие-сухие, и листочки висели просто как тряпочки. Для сравнения я сейчас ставлю маленький кусочек вчерашнего видео. Распаковала я орхидейки. Вот так они выглядят. Просто очень много палок цветоносов. Я думаю, когда я их сейчас уберу, будет более понятно. Но по первой прикидке, то, что я увидела, они просто все пересушены. У всех листиков, видите, потерян тургор. И вот смотрите, прошли буквально сутки. Я вчера занималась вечером орхидеями, и сейчас вот у нас снова вечер. Насколько лучше выглядят орхидеи? Смотрите вот на эту орхушку. Насколько лучше, заметно лучше эти листы. У этой аналогично. Очень заметно, как она проснулась и ожила. То же самое с этой орхидеей. Также вам хочу показать, я вчера орхидеи поливала. И если по этой орхидее это можно сказать, что орхидейка полита, то смотрите, насколько быстро, как мгновенно просохли корни и просох грунт. То есть орхидеи до этого, я так понимаю, не поливались, но я не знаю, месяц или более. Вот здесь просох грунт моментом. И также у этой орхидейки, смотрите, стоят опять сухие корни и просушен грунт. То есть я их опять буду поливать очень-очень скоро, наверное, буквально через пару дней, потому что орхидеи никак не могут отпиться, они постоянно моментом просыхают. Ну и так, давайте теперь расскажу подробнее, как же восстановить тургор листьев у орхидеи. Первое, что я вчера сделала, я их хорошенько пролила. Второе, что обязательно следует сделать с пересушенными орхидеями, это поставить их на мокрые пяточки. Видите, орхидейки у меня стоят над водой. Это позволяет вот этот, чтобы грунт впитывал больше влаги и чтобы вокруг корней влажность была выше. Ну, вот все три орхидейки у меня стоят по такому вот методу. Кроме того, еще вчера я показывала, что буду использовать механический способ поднять листьям тургор. Я поставила вот эти вот держатели для цветоносов. Смотрите, я даже убираю, а лист, он не падает, он не лежит тряпочкой, а он все-таки имеет какой-то тургор. С другой стороны, давайте посмотрим, что у нас за сутки. Так. К сожалению, камера, она не передает, нельзя передать, насколько более плотными стали данные листы. И не настолько сжавшимися. Вчера они вообще были сжавшиеся. И видны хорошо были вот эти вот прожилки. Сегодня, видите, они настолько хорошо видны. Даже для наглядности я сейчас возьму и достану эту орхидейку. Смотрите, листы лежат не на горшочке, как это было вчера, а листы в тургоре, они сами держат форму. Это вот по этой орхидейке. Так, вернем механические подпорки для нее обязательно. На данный момент они еще нужны. Потом, конечно, я их уберу. Каждый день я вам буду показывать движение, чтобы быть не голословной, а чтобы показать, что действительно буквально за пару дней орхидейки эти восстановят тургор. Итак, что я буду делать дальше? Я уже подготовила свою любимую янтарную кислоту и опрыскиватель. Для опрыскивания янтарную кислоту мы берем 2 мл на 1 литр воды, следовательно 1 мл на пол-литра воды. У меня здесь 250 мл, на этот объем для опрыскивания трех орхидеек мне этой водички более чем достаточно, поэтому на 250 мл мы используем 0,5 мл янтарной кислоты. Лучше всего отмерять шприцом. Вот сейчас наберу 0,5 мл янтарной кислоты. Также на канале есть отдельное видео про янтарную кислоту, ссылочку на которое я также оставлю. Там я рассказываю про все способы применения янтарной кислоты для орхидей. Кстати, сразу набрала 0,5. Как применять, как разводить. И показываю результаты. Результаты, конечно, от янтарной кислоты шикарные. Я в этом году, наверное, за зиму видео 3
сняла про то, какие быстрые она дает результаты и какие у меня конкретно есть результаты. Водичку для опрыскивания я использую также отфильтрованную и обязательно теплую. Перемешиваем и набираю в дозатор. Так, показывать не буду, это у меня от физраствора. Дозатор такой остался. Лучше всего убирать опрыскиватели, в которых мелкая-мелкая такая туманная буквально струя, без капелек. И все, теперь мы опрыскиваем орхидейки. Вот таким образом я опрыскиваю их. Обязательно и снизу листья мы опрыскиваем, и сверху мы также листья опрыскиваем. Таким образом я сейчас пройду полностью орхидейки. То, что маленькие капельки останутся, ничего страшного. Главное, чтобы в комнате было тепло и не было сквозняка. У меня тепло, сквозняка нет, поэтому то, что они вот так будут стоять, немного влажные, никакого вреда орхидейкам это не принесет. Вот так, вот так. Таким образом я сейчас буду опрыскивать все три орхидейки, ну, просто чтобы не показывать вам одно и то же. Хочу еще показать маленький секретик. После того, как я проведу опрыскивание орхидей, у меня все равно остался вот этот раствор, смотрите, в стаканчике, да, разведенная янтарная кислота, столько я и не использую. Для наращивания корней я смочу ватный диск в этом растворе, вот так отжимаю и хорошенечко еще протру вокруг шейки орхидеи. Я не буду там оставлять жидкость, ничего, но я хорошенько протру. Это стимулирует рост новых корней. Также покажу вам, как я очень быстро, буквально там, я не помню сколько, но в течение недели или чуть больше, или меньше прошло времени, таким образом, протирая шейку орхидеи, простимулировала рост новых корней у моей орхидеи Мелоди. Опять же, ссылочку оставлю в описании под видео. Видите, вот так, со всех сторон, где может пойти корень, я протираю. Вот так. И все орхидеишки я протру таким образом. Все. Как и обещала, показываю каждый день. Но вот сегодня у меня эти орхидеишки уже третий день. Я их так пока и не полила, видите? Это я их поливала позавчера. И показывала вам, в каком вялом состоянии они были, вообще без тургора, насколько были сухие корни. Вчера мы их опрыскивали с янтарной кислотой. Ну и вот смотрите на сегодняшний день. То есть по факту они у меня находятся третий день. Какие у нас будут изменения? Давайте уберем вот эти подпорки и проверим, что с тургором. Так, я убираю все подпорки, потом просто их обратно поставлю. Так. Ну вот эти листы, они такие плотные, такие толстые, хорошие. Я уберу уже все палки, чтобы показать результат. Ребят, смотрите. Листья держатся, не лежат на вазочке, видите? А сам лист держится и этот. То есть все листы находятся в тургоре. Буквально вот сегодня третий день. Посмотрите, какое напитанное, хорошее растение полноценное. Эти листы сейчас твердые-твердые. Вчера я их опрыскивала с помощью янтарной кислоты. Еще и сегодня утром я также опрыскивала эти орхидейки. Но сегодня простой водой с утра опрыскивала. Ну и вот сегодня вечером решила уже посмотреть, как будут они себя чувствовать без держателей. Смотрите, листы даже не падают, они тоже держатся над вазой. Вот так это все выглядит. Таким образом получается, что за три... Слушайте, ну они реально, вот эти вот орхидеи, они как пластмассовые листы стали твердые-твердые, напитанные-напитанные. То есть по факту за три дня орхидеи восстановили тургор, ожили. Опять же, после этого видео вернитесь, посмотрите предыдущее видео, какими они были еще позавчера. Просто, ну, сухариками. А сегодня это уже полноценные, здоровые, хорошие орхидеюшки. Вот так быстро можно восстановить тургор листьев у орхидей. Далее я вам покажу следующий этап ухода за ними в следующем видео. Ну а сейчас рекомендую перейдите, посмотрите предыдущее видео, какими эти орхидейки были еще буквально позавчера. Вот такой очень простой, легкий способ моментального восстановления тургора листьев у орхидеи. Буквально пару дней, и орхидейки выглядят вот так. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!